Теперь наступило наше время. В эфире ежедневная информационная программа телеканала «Просвещение». Новости науки, образования и культуры. Как я сказала бы, в любой другой день, но с 14 июля съемочная группа телеканала «Просвещение» работает на Всероссийском молодежном форуме «Селигер-2013». И теперь все наши новости – это новости этого форума. Самое главное, на сегодняшний день форум «Селигер-2013» стартовал. И вначале небольшой флешбэк. 15 июля – день официального открытия форума. Но на самом деле жизнь здесь началась на день раньше. Самолетами, пароходами, маршрутками и поездами участники Всероссийского форума «Селигер», преодолев десятки и тысячи километров, прибыли на место сбора. По традиции форум объединяет инновационную, научную, творческую и спортивную молодежь со всей России. И у каждого из них на эти 7 дней есть своя цель. В Воронеже у нас есть свое такое мероприятие, которое мы организовываем. Мы являемся дизайнерами этого проекта и будем продвигать, чтобы другие люди узнавали о нем, чтобы как-то... Это международный молодежный кинофестиваль «Новый горизонт». Несколько человек у нас будут заниматься спортивной журналистикой, несколько человек будут заниматься по направлениям создательного привлекательного образа в СМИ. Мы здесь и отдыхать успели, и учиться, и уехали отсюда с позитивным таким настроем, что целый год ждали, в принципе, что мы приедем сюда. Мы ехали трое суток на поезде, дружно, весело. И вот будем представлять «Селигер», будем отжигать здесь, защищать проекты. Я думаю, все будет здорово. Каждый из нас, вот так, кто сейчас приехал на смену «Бегизона», должен был набрать минимум 5 человек и проводить с ними регулярно пробежки по утрам. То есть они заинтересованы в будущих лидерах. И, соответственно, так как мы это смогли сделать, и поэтому сюда приехали, чтобы поделиться опытом и уже в дальнейшем в своей Казани, так сказать, продолжить это движение, но в более масштабном количестве. «Селигер-2013» поделили на 3 смены. Форум молодежных проектов, деловой и гражданский форум. Первая смена собрала около 5000 участников. На отдельное направление конкурс составил от 2 до 6 человек на место вот на этом образовательном пространстве. Первые два форума, они посвящены проектной деятельности, они посвящены тем федеральным проектам, которые Росмолодежь реализует. И она собирает актив этой молодежи, которая работает в регионах. И на первом заезде на форуме молодежных проектов это те ребята, которые только начинают работать в проектах федерального агентства, только стартуют. Они актив, собственно, этого года, и большинство из них на «Селигере» не были еще, это для них первый форум. Четыре отбора участников каковы? Они самые разные по сменам. У «Арт-квадрата» это подтверждение того, что у тебя есть творческий коллектив, что у тебя есть песни. Ну, это в зависимости от направления еще, которое ты выбрал. Если ты занимаешься в направлении фэшн, то это какие-то коллекции, которые у тебя есть. Если это инновации, то это проект инновационный. Если предпринимательство, то это предпринимательский проект, надо было прикрепить информацию о нем. То есть «Беги за мной», ну, там достижение – это общественная активность в сфере здорового образа жизни, например. Технология добра – это, соответственно, надо было показать и прикрепить документы, подтверждающие опыт волонтерской деятельности за год. В этом году «Селигер» проходит в 9-й раз. Основная его особенность – желающих побывать здесь стало намного больше. Кроме того, изменился и состав актива форумчан. Основная часть партнеров форума – это ребята, это компании, которые вышли отсюда. Это люди, которые уже имеют приличные ресурсы и обороты бизнеса. Но они понимают и знают, что это крутая площадка, что они стартовали отсюда, и они поддерживают форум. И это тоже очень важно. В этом году в стране организовано примерно 40 молодежных площадок. «Селигер» предваряют окружные форумы, и сюда попадают ребята с лучшими проектами. Кроме того, форум «Селигер» выходит за границы России. В 2005 году прошел первый форум «Селигер», в 2006, и в 2007 году, в 2008 году появились клоны и такие проекты, которые реализовали ребята, которые выехали, ну, прошли форум здесь. Первые форумы – это Астрахань, Сахалин и другие регионы. И также сегодня таких проектов в России более 40. Более 40. У нас несколько лет уже действует международный «Селигер», и участники международного «Селигера» также хотели бы спроецировать, повторить эту площадку в своих странах. И в этом году, в прошлом году, кстати, уже состоялся форум в Индии, мало о нем говорят, но он прошел, по-моему, недалеко от Бомбея. А в этом году, помимо него, проходят еще две площадки во Франции, в Страсбурге и в США.
Возвращаемся к первой смене «Селигера» 2013. Основные ее составляющие – это конвейер молодежных проектов, об этом мы еще поговорим, и образовательная программа. Каждый день на «Селигер» приезжают эксперты VIP-персоны. Так сегодня форум посетил легендарный боксер Костя Дзю. Кстати, он провел первую в этом году на «Селигере» зарядку, ну а потом и лекцию для участников форума. В шатре имени первого космонавта в течение часа о современном искусстве разговаривал известный советский художник Никос Сафронов. И здесь же до него выступал полномочный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Арт-квадрат помогает художникам ощутить себя нужными обществу. Арт-квадрат как бы сводит общество и художника. Я думаю, что это в высшей степени важно. Итак, форум стартовал. Каждая минута здесь это событие. В числе ключевых заседаний Общественного совета при Миноборнауки России под председательством Дмитрия Ливанова. Оно пройдет здесь 16 июля, а чуть позже 20 июля здесь же обсудят перспективы развития студенческих спортивных клубов. На «Селигер» прибудет министр спорта Виталий Мутко. И мы вам, конечно, обо всем расскажем, когда наступит наше время.